Здравствуйте, с вами Елена. Сегодня я приготовлю лечо из цветного болгарского перца с чесноком. Нарезаем 2,5 килограмма перца. 1 килограмм помидор заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Залить крышки кипятком. Снимаем с помидор кожицу и нарезаем кубиками. Нарезаем 200 грамм чеснока пластинками. Протушить помидоры под закрытой крышкой около 5 минут. Добавить 3 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку соли, 10 горошин черного перца, 3 гвоздики, 100 мл растительного масла и 100 мл 9% уксуса. Добавляем перец, перемешиваем и тушим под закрытой крышкой около 10 минут. Добавляем чеснок, перемешиваем и тушим под закрытой крышкой около 5 минут. Раскладываем по стерильным банкам, закрываем крышкой и отправляем под теплое одеяло до полного остывания. Наше лечо из цветного перца с чесноком готово. Как видите, рецепт не занимает много времени и сил, а в итоге получается красочная закуска с отличным вкусом. Смотрите наши видео, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. Па-па!